Всем привет! Хочу показать, как зацвела моя Эрель Сенсейшн. Слушайте, вот, смотрите какой. Вот они у меня только на гортензиях. Я не знаю, что это за жук, что он делает. Вот он нектар, интересно, пьет или он жрет ее. Ну ладно, сейчас не про него, не буду. Вот, делала обрезку ей по весне. И все равно вот несколько стебелечков вышли наверх. Вот она мне очень нравится. Я сначала к ней относилась очень скептически, потому что она к осени начинает рыжеть. Она прям такая какая-то красно-ржавая. Вот. Не очень она мне вот этим нравилась. Но вот я сейчас к ней присмотрелась. Она сейчас вот очень нежная. Мне нравятся побеги, что они вот плотные. Я начеренковала. Ну, достаточно много. Посмотрю, как черенки эту зиму перенесут. Вот, и попробую сделать в следующем году на ней, из нее штамп. Побеги позволяют. Насмотрелась всяких видосов про все про вот это. Буду пробовать. Вот, некоторые прям вот, смотрите, они цвета какого-то яичной скорлупы желтоватого, да? На одном кусту сразу вот эти вот чисто белые, вот эти вот уже такие розовенькие. Прям нежность такая нежная. Пыталась я формировать гортензию, как вот говорят специалисты. То есть ничего. Слушайте, да, смотрите, второй жук. Посмотри, а. Ай! Капец какой-то. Зажужжал, полетел. Простите. Я не очень люблю насекомых. Сегодня буду вечером обрабатывать, наверное, их. Вот. Подкормлю и заодно против. Против всего. Хотя я посмотрела, наверное, вот тля, вот она и всякая прочая чепуха больше по весне сейчас. И вот розы у меня здесь целая грядка поменьше страдает. Вот. От всей этой гадости. Сейчас со стороны тени подойду. Ну так вот, пыталась формировать, как показывают, чтобы там ни одной лишней веточки, ничего там внутренние вот эти все ветки. Но мне что-то так жалко. Вот они такой хороший побег, да, вот этот вот. Он вовнутрь растет. Ну да, наверное, его надо было отрезать. Я не отрезала. Он прям снизу растет, вот откуда-то издалека. Ну попробую, может, его на черенок возьму. Вот он ну как вот, весь куст вот такой вот он. У меня большой. Большой, с него много череночков получилось. В следующем... Ну, посмотрю к осени, как они укоренятся, не укоренятся, покажу. Много всякой живности. Тут вот оса какая-то. Не знаю, видно, не видно ее. Вот она. Жук какой-то красный ползает. Жуть, в общем, насекомых я не люблю. Вот он опять прилетел. Ну, что это такое? В общем, сегодня попшикаю это все. Красотка. Красотка. Очень красивая.